работаем над катанием, над техникой, прием, передача, бросок. И нагрузки увеличиваем с каждым днем, но все равно пока таких сильных нагрузок нет. Пока уже начали сейчас двухразовые тренировки. Первые 3 дня были одноразовые тренировки, сейчас уже пошли двухразовые тренировки. Можно сказать, втягиваемся. В принципе, ребята все подошли в хорошей физической форме. Конечно, кто постарше, ребята, те уже более-менее понимают, те уже подходят физически готовые. Ребята помоложе, конечно, с некоторыми есть проблемы, но будем работать, будем подводить их в нормальную физическую форму. А проблемы какого характера? Катание или понимание игры? Что не так? Что надо подтягивать? Да, я думаю, проблема их неподготовка, летняя подготовка к тренировочному лагерю. Некоторые думают, что придут и сейчас за 2 месяца они все делают, но это уже профессиональный вид спорта, как бы это их работа, они уже в принципе, должны быть подготовленными к тренировочному лагерю. Но, к сожалению, некоторые еще это не понимают. То есть более старшие ребята уже подходят к этому процессу более, так сказать, ответственно? Ну да, это нормальный процесс, потому что они уже знают, они как бы не хотят потерять работу, они уже более-менее ответственно подходят. И в основном, кто постарше, все в хорошей физической форме.